что все понимают, что путать не надо провода местами. И мы имеем на аккумуляторе, вот показывает нам 12,2 вольта, горит зеленый индикатор светодиод. То есть включение, да? Вчера, как я уже сказал, я заряжал телефон. Сейчас я вам показать это не смогу, но смогу найти несколько потребителей переменного тока с указанной на них мощностью и попробуем, работают ли они от данного инвертора. Так, крокодилы, провода реально короткие, как многие пишут в отзывах, но с другой стороны, это у нас источник. У нас же нет выдвижной розетки дома, да?